Баня вспыхнула на улице Литейной. Люди боялись, что огонь перекинется на соседние постройки. На место ЧП приехали 3 пожарных машины и скорая помощь. Информации о пострадавших нет. Горит баня. 2 пожарных расчета. Полиция, 3-й расчет подъехал. Сотрудники МЧС долгое время не могли подобраться к очагу возгорания. Спасателям пришлось перепрыгивать через заборы, чтобы добраться до огня. Пока информации о пострадавших нет, но подъехала карета скорой помощи, Росгвардия подъехала, 3 пожарных расчета. По предварительным данным, возгорание произошло в бане, причины выясняются.